Когда-то Надежда Бовина и сама обращалась к Владимиру Жуку за финансовой помощью на приобретение подарков для детей. А сегодня в торжественной обстановке ей вручается удостоверение помощника депутата Московской областной думы. Теперь ответственности прибавится, но Надежду это не пугает. За 2 года активной работы вместе с единомышленниками в родной Калиновке девушке удалось открыть семейный клуб «Содружество». Это общественная организация, которая занимается культурно-досуговой деятельностью в деревне. Ведь более 30 лет местным детям негде было развиваться творчески. У нас есть педагоги с высшим образованием, которые работают просто за общественность, как говорится. Они хотят поднять нашу деревню, наших деток. Есть дети, которые из малообеспеченных семей, которых надо поддержать. И таких положительных примеров много. Приемы граждан депутат Московской областной думы Владимир Жук проводит каждый второй вторник месяца. И их посещает порядка 20 человек. Жители приходят с разными проблемами. Это вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территории, транспортное обслуживание и другие. Вот сегодня, например, пришли жители по поводу Тарычевского пруда. Он засорен. И бесхозная территория, конечно, мусор, людей это беспокоит. Этот вопрос мы вникнуть в него, погрузиться и попробуем что-то сделать полезное в этом направлении. Впервые на прием сегодня пришла Лидия Яковлева. За помощью к депутату посоветовали обратиться в социальной защите. 10 лет назад ее сын получил инвалидность. Предстоит серьезная операция, стоимость которой 350 тысяч рублей. Ее обещали сделать по квоте, а вот на дополнительное обследование ушло почти 40 тысяч рублей. Человек залез в долги. И ему много тратится на поездки, на такси, на лекарства. А что он может на 11 тысяч? Он за квартиру платит, и ему нужно покушать. У нас сейчас появилась вот такая возможность оказывать материальную помощь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию, выделяемая опять-таки через органы социальной защиты. Но тем не менее, вот людям, которым нуждаются на лекарства, какие-то другие еще острые проблемы, мы помогаем вот их решить. Обратиться за помощью вправе любой житель Ленинского района. Для удобства записаться на прием можно предварительно по телефону в будни с 10 до 13 часов. Ну а следующая встреча с жителями состоится 13 июня. Ирина Бокова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.